Испокон веков девиз России «Чужого не надо, но и своего не отдадим» – эта фраза в основном об отношениях с другими государствами. Поэтому война для нас – всеразрушающее горе, кровопролитная беда с одной стороны и сплоченная борьба за справедливость с другой. Именно сплоченная, ведь война коснулась всех – в бою, в тылу, везде было трудно. А блокадный Ленинград? Смогли бы вы продержаться в осаждении 872 дня? Не думаю. А некоторые выжили. Очень важно помнить о подвигах своих прадедов. Лучше всего для этого общаться с ветеранами. Но пройдет время, и как бы ни было жаль, у нас в памяти останутся лишь военные книги да фильмы. Фильмы. Художественные или документальные? Что выбрать для просмотра о войне? Для меня решающую роль в данной ситуации играет правдивость. А еще книга из школьного музея «Горьковец». Это рукопись выпускника 1940 года Леонида Горегляда, который пережил блокаду. Он записал свои воспоминания о блокаде и подарил их школе. Мы называем рукопись блокадной книгой. А кто может рассказать честнее самих очевидцев? Никто. Поэтому смотрим документальное кино. Одним из таких фильмов является «Моя блокада» режиссера Ольги Антроповой. Наши старшеклассники в школьном музее смотрели этот фильм. Январь стучит снежком в окно, и смотрят школьники кино об этих днях блокадных лет. Мелькают кадры кинолент, и хочется узнать ответ, остался ли в детских душах след. Основан фильм на воспоминаниях детей блокадного Ленинграда. Повествование ведется от первых лиц. Возможно, поэтому при просмотре стоит ком в горле. Васильевский остров я обслуживала. На Васильевском острове был детский дом. И оттуда повезли детей в эвакуацию. Они были все в белых панамочках. Недалеко баржа ушла. Сверху видный Красный Крест. На наших глазах эта баржа ушла. И по Ладоге вот по этой поплыли белые панамки. После таких известий мама сказала, ладно, если умрем тут, будем знать, по крайней мере, свои концы. А Господь смилостивится, глядишь, и выживем. Вот так я встретила и войну, и очень быстро блокаду. И просуществовала таким образом все 900 дней. После просмотра фильма состоялся откровенный разговор с выпускниками школы, где они высказали свои впечатления, попытались поставить себя на место детей блокадного города. Отечество в опасности. Мои действия. Естественно, встал бы на защиту своей родины. В тылу, на производстве, либо на поле боя. Что бы я делала? Что могла, то бы и делала, чтобы хоть как-то помочь своей стране. Что касается моего мнения, то я считаю, что даже самый занятой человек в мире просто обязан уделить время на просмотр моей блокады. Фильм, к слову, идет меньше часа, что в два раза меньше какого-нибудь голливудского блокбастера. Что особенно впечатлило старшеклассников в этом фильме? Людям помогли выстоять вера в себя и человечность. Был страшный голод, но под Новый год привезли 3 машины мандаринов для детей. Верили, что у детей есть будущее. Вот думайте, нужно было везти порох. Везли мандарины. У меня фильм вызвал чувство гордости за собственную страну. Ведь 900 дней
это так много, и в таких бесчеловечных условиях. Мало бы кто выжил, а они смогли и сохранили радость жизни. Жаль, что какой-то Дэдпул собрал больше зрителей, чем любой военный фильм. Жаль, что герои из комиксов уважают больше, чем своего воевавшего деда. Безумно жаль. И очень стыдно. Наших прадедов нужно считать супергероями, а не Бэтмена и Росомаху. Ведь прадеды на самом деле отдали свои жизни за то, чтобы она для нас была прекрасной. Согласитесь, ведь их цели куда благородней, чем у Железного Человека и Тора. Но чтобы это понять, нужно читать историю, смотреть военные фильмы, которые в душе оставляют глубокий след. Его слопали, а потом голодом. Это было самое страшное. Можно голодать долго, между прочим. Вот. Но если слегка подкармливать организм, организм приучается к голоду. Образ жизни мирного времени. Уроки готовить, играть на рояле, потому что открылись и музыкальные школы вторую зиму после этого лета. Военный совет вместе с руководителями города принял решение, вот это тоже очень интересный момент, вернуть всех школьников в школу. Мы часами иногда сидели в бомбоубежищах. И спасибо учительнице, что она нас многому чему научила там. Город жил. Заводы работали. Делали снаряды, ремонтировали танки. Работала почта, работал телеграф. В блокадных днях мы так и не узнали между юностью и детством, где черта. Нам в 43-м выдали медали, и только в 45-м паспорта.